Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В регионе будут производить порошок для строительства дорог. Речь идет о минеральном компоненте, который позволяет укладывать асфальт при низких температурах и повышает его качество. Запустить производственную линию планирует предприятие «Чембулатский карьер», расположенное в Советском районе. Об этом рассказала исполняющая обязанности зампреда правительства Ольга Куземская, которая посетила завод. Новый продукт даст возможность готовить и укладывать асфальт при температуре на 20 градусов ниже по сравнению со строительными нормами. Программа «Экономика». У кировчан украли 58 миллионов рублей под видом продажи ценных бумаг. Пострадали 146 жителей области. Как рассказали в областной прокуратуре, жители Казани Рустем Костимов и Екатерина Назимова, действуя от имени нескольких финансовых организаций, продавали вексели под высокие проценты. Деньги, полученные от потерпевших, они обналичивали благодаря фирмам-однодневкам. По итогам судебного разбирательства одного из преступников приговорили к 4,5 годам, а второго к 7 годам колонии. Кроме того, осужденный придется выплатить штрафы по 500 и 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, так как Кировский областной суд отклонил апелляцию фигурантов дела. Экономика на 101 FM. Кировчан приглашают обсудить бюджет города. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2016 год пройдут в здании администрации Новоровского, 39, 23 мая в 14 часов. Все желающие также могут направить свои предложения и замечания по годовому отчету до 19 мая в письменном виде или на сайт Гордумы. Там же можно найти и сам отчет об исполнении бюджета прошлого года. Доллар сегодня 58 рублей 54 копейки, евро 64 рубля и 24 копейки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.